Здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики моего канала. Ну вот сегодня мы решили понырять днем. Взяли мотор, лодку, с собой водителя. То есть посмотрим, что у нас сейчас в Уфимке днем будет. Ну и, конечно же, надеемся на рыбу. Но если не возьмем днем, то поныряем обязательно ночью. Погнали. Че, как ты, братан? Я готов. Готов? Да. К чему ты готов? К труду и обороне? Подобное охоте. Блин, вот карак есть? Давай, сейчас отгребем. Бля, Вадим. Моторчик, вот красота у нас здесь. Прозрак хороший. Вадим там высматривает рыбу уже. Ну, надеемся, будут интересные моменты. Постараемся заснять. Прозрак хороший, 2-3 метра примерно. Такие дела. Вот такой прозрак. Здесь уже глубина примерно около 2 метров. Да, друзья, с таким прозраком, конечно, интересно будет поплавать. Щучка килограмм где-то на 1,5-2 примерно такая. Где ее взял? В ямке? Да, в глубине стоял. В глубине было. Там коряги интересные были, да, видел? Да. Прозрак плохой, правда, 1,5-2. Положи вот так вот. Вот такая щучка.
держи ружье. Да. Что, что-нибудь видать, нет? Да, видать. Надо туда. Назад там побольше было. Там подплыли вы? Руку дашь? Подплыли там. А? Подплыли. А я. Смотри. Надо Вадиму, да. Вадиму. Да. Вадиму сейчас заберем. Еще раз надо это место продырять. Хорошо. Такие дела. Там нельзя взял, да, я думаю, килограмм полтора где-то будет? Будет, да. Да, ладно, потом покажу. А, нельзя. Что, нельзя, да, с ним? Давай-ка сам сними пока. О, наверное. Давай. Вот смотри, какой все, есть. Все, пошел. Попал жабр прямо метров 2,5. Чего? Вот такой. Давай, держи. Ну вот, друзья, мы до сих пор плаваем. Уже часа 4, да, Вадим? Да. Примерно так погода сегодня. Вообще супер, да? Плюс 2 температура. Вот поймали лещей, везей. Сейчас покажу, каких. Вот последнего леща взяли. Вот такой лещик, примерно на килограммчик. Ну и... Вот я еще ездя взял недавно. Килограмм полтора. Прозрак примерно 2 метра. К сожалению, мы на камеру не снимаем, камеру сели все. Ну вот так вот, чисто на телефончик. Часов должен в воде. Вот разогреваемся уже 5 часов в воде. Вышли погреться, прогуляться. Хорошо. Охота идет на сплаву. Да, коллега? Чуток замерз. Ну, конечно, замерз. Столько часов в воде. Все? Вот еще сейчас разогревчик добавим. Я первый, ты второй пойдешь. Сто, все, хватит. Тебе еще до утра можно 50 гонять? 50 раз. Тебе давай еще... полтинник тоже. Нет, если только этот. Зато разогрев хороший. Ну, сам понимаешь. Вот так вот греются подвохи. Айда, поплыли. Поплыли? Один заход. Все, погнали. Рванем, да, груза. Ну вот, друзья, решили мы закончить охоту. Поплавали примерно 5 часов. Мой напарник, к сожалению, замерз. И сказал, что он больше плавать не будет. Ну вот и переоделись. Взяли с собой теплые вещи, чтобы в лодке назад не замерзнуть. У нас есть опыт уже замерзания конкретный. Ну, сейчас доплывем до места выхода, где наши машины. И покажем, что поймали сегодня. Руслан ведет нас домой. Руслан, далеко еще ехать? Ой, полтора часа. Наш улов. Мы от души поохотились, мелочь не брали. Вся рыба разрешенная по нормам вылова. И также нормы вылова соблюдены. Вот мой коллега Вадим сегодня, конечно, упустил он судака огромного, килограмм на 5, на 6. Промазал на течке, но ничего, в следующий раз ты его возьмешь. В следующий раз возьмем. Да, обязательно. Вот так еще хотели поблагодарить Руслана за то, что нас возил. Руслан, спасибо тебе. Любое время. Привез нас, да, отвез. Красавчик. Меня столько льдин объехал. Все нормально. То есть как, да. Не первый, не последний раз. Да, да. Очень важно иметь хорошего
водителя на лодке. Спасибо тебе, Руслан. Ничего, нормально. Но рыбой мы тебя не обидим. Дай бог. Говорит, что вот в итоге получился наш лодочка такой. Низи 1,5–2 килограмма. Щука, лещи хорошие тоже. Вот они. Здесь видно. Ну, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До следующей охоты, друзья.